Всем приветики. Пришла ко мне из Китая посылка. Вот она лежит посередине. Такой пакетик. И в нем как бы лежат, как вы думаете, что? Такие вот штуки. А именно там лежат колпачки. По идее, там должно быть 10, 5 колпачков маленьких и 5 больших. Я спросил у продавца, может ли он положить мне все колпачки маленькие, потому что большие мне не надо, большие у меня есть. Я когда-то заказывал... Это, в общем, колпачки для USB-шника. Там было 5 для обычного USB-шника для компьютера и 5 для мобильника, для microUSB. Но так как у меня есть для компьютера, даже еще я тоже заказывал как-то раньше, они у меня еще даже остались лишние, я до сих пор не всех использовал, то я попросил 10, можно ли 10 маленьких? И он сказал, да, укажите в заказе это. Я указал, и вот, пожалуйста, такие вот маленькие колпачки для мобильных телефонов. Он такой вот как бы резиновый, и, ну, если для USB-шника я покупал колпачки, они были пластмассовые, то здесь они резиновые, вот он гнется такой. И как раз для microUSB-шника, и он еще подойдет, но больше для microUSB-шника, потому что здесь такие подломы под microUSB. Но я еще думаю, что под Type-C он тоже подойдет. Ну, вот microUSB-шник, и здесь видно такие заломы как бы. Скошенные края. И здесь как раз такое. И оно вот идеально. Идеально вот оно заходит так. И прямо так, с натягом даже небольшим. Все. А натяг, потому что здесь как бы вот эти вот штуки железные. Ого, они не дают снять. Вот торчат как бы вот эти вот штуки железные. И вот они создают только немножко напряг. Вот, и мы их надеваем, вот, все. И, как бы, USB-шник защищен от пыли. Ого, они даже прилипли. Я вот держу, ничего себе, они магнитятся, типа, ну, наэлектризовалось, видимо. Вот, и вот он надет. По-моему, прикольно. И защищает... Вот у меня вот такой вот. Я покупал вот такие вот для USB-шника. Они пластмассовые. Жмешь, они особо не жмутся. Они для USB-шника как бы. И у меня такие еще даже есть лишние. То есть я на все свои USB-шники одел. Еще даже остались. Вот. А на microUSB-шник у меня нет ни одного. Но теперь будет 10. И я все свои USB-шники... Вот такие вот свои USB-шники... закрою такими вот колпачками. Ой, сюда легче одевается. Или нет? Ну да, одевается легче, снимается тяжело. И в итоге у меня все будет защищено от пыли. То есть ты собираешься ставить на зарядку, подключил розетку, снял колпачок, зарядил, снял зарядки, закрыл. Все, идеально. И здесь два колпачка. Это для повербанка. Собираешься пользоваться повербанком. Один в повербанк, другой в телефон. Попользовался, закрыл и с этой стороны, чтобы не пылилось. И с этой стороны. Все закрыто. По-моему, вообще круто. И провод не пылится, не грязнится, ничего не ржавеет. Ну, в общем, круто, по-моему. Вот. Такие вот колпачки заказал в Китае. В общем, круто. Круто, я доволен. Самое главное то, что продавец пошел на встречу. Там еще я у кого-то смотрел, сказал, можно, типа, ну, заказать полностью все 10. Он, нет, нельзя. То есть, ну, то еще разные продавцы есть. Вот, как-то так. Но они реально классные. Они такие вот, как бы, резиновые. Такие, как тянешь, оно такое вот, как такое, ну, матовое такое вот. И прямо, и так надевается, так плотненько, и так вот прямо, так хорошо прямо. Мне прямо нравится. И защищает, и все такое, и прямо, ну, в общем, круто, я доволен. Вот.
такая вот покупка. Как-то так. На этом все. Всем покедова.